Лионелла Черпакова заканчивает школу, параллельно с учебой девушка занимается волонтерством. Несколько лет назад школьники выступили с инициативой создать на базе своего учебного заведения волонтерский отряд «Здоровые энтузиасты». Ребята рассказывают младшим товарищам о пользе здорового образа жизни. Заботиться в первую очередь о себе, о своем здоровье, чтобы жизнь человека была более полноценной. Для школьников регулярно проводят профилактические уроки. Часто и сами ученики придумывают свои проекты и занимают с ними победные места на городских, региональных и даже федеральных конкурсах. Мы отправляем опыт работы наших волонтерских отрядов, и все это рассматривается, и в конечном итоге ребята получают, волонтерский отряд получает грамоты либо дипломы за высокий уровень результативности. В этот раз для самих старшеклассников провели тематический антинаркотический урок «Действуй во имя жизни». В гости к школьникам пришли эксперты, заместитель прокурора, полицейские, представители народной дружины и волонтеры. Учащихся разделили на 4 группы, для каждой из которых выступал свой эксперт. Здесь речь идет о том, чтобы осознанно дать понимание детям о том, к чему приведет в их жизни влияние наркотических средств, употребление наркотических средств. Здесь важна подача материала, здесь важно то, что мы не назидаем, то есть мы не вдалбливаем, мы не устрашаем, а мы задаем вопросы. И дети, отвечая на эти вопросы, они сами понимают и могут сопоставить, могут сравнить разные варианты их будущего. Профилактические уроки призваны снизить процент детской преступности и наркомании, заинтересовать учащихся полезной и безопасной работой, в том числе общественной. Поэтому с каждым годом ряды волонтеров пополняются. Мария Левна, Николай Епифанов, «События».